Тухтамышева, а я думаю, что уже начала готовиться к своему выходу, к тому, чтобы подойти к бортику в середине проката Лизы, Юлия Лепницкая. Так. Болеем за Лизу. Да. Очень спокойно. Не расслабляться, главное. Тройной луз, двойной тулуп, двойной ридбергер. Но тулуп был двойной, да? Двойной, да. Все нормально. Тройной луз, двойной тулуп, да. А вот это вот уже... Только двойной луз. Неправильно. Флип. Лизе эта музыка очень идет. В стиле дальнейшей хореографии, я бы сказал. Немножко нагрязнило в конце дорожечки, так. Ну, а сейчас прям зажигает. Молодец, она потеряла, если говорить о базовой стоимости с ее программы, 4 балла она потеряла. Вот тот момент, когда она вместо тройного луца исполнила. Сделала двойной, конечно, да. Это единственная, наверное, ошибка у нее была. Такая явная. Все остальное, мне кажется, что все было на уровне сделано. Все равно молодец. Молодец, Лиза. Ну, тут такой нюанс, конечно. Ей всего лишь 17 в декабре.
А у нас-то ощущение, что она катается очень давно, потому что она появилась чуть-чуть раньше, да, вот тех девчонок, за которых мы переживаем в последнее время. Все они моложе ее, и Юлия Лепницкая, и Елена Родионова. Это одно поколение, вот это, так сказать, поколение Аделины Сотниковой. Они вместе и появились, Лиза Токтамышева и Аделина Сотникова. Лиза Токтамышева – девушка из города Глазов. И с 2007 года она ездила и тренировала, ездила из Глазова в Петербург к Алексею Николаевичу Мишину, тренировалась и в Глазове, и в Питере. Ну, а в 2011 уже перебралась в Петербург к Алексею Николаевичу в группу. Я думаю, Алексей Николаевич доволен ее прокатом. Хороший прокат. И фирменные вот эти вот высокие, мощные лизины прыжки. Ну, она докручивает абсолютно точно, посмотрите. То есть из-за этой высоты, из-за этой мощи, то есть абсолютно четкие выезды. Здесь не идет речь о каком-то там четверть оборота недокрут. И, ну, кстати, вот лучше, пожалуйста, абсолютно наружного ребра был заход. Правда, двойной? Двойной, да. Хорошая программа, танцевальная программа, заводная программа. Да, был какой-то, вот какой-то момент, какой-то спад. Я думал, что все, что-то устало, видно, не доедет сейчас. И вдруг неожиданно эта последняя часть такая забойная, прям молодец. Прям на контрасте пошла. Да. Ну и тут нужно сказать, что если сравнивать ее программы, программу Юлии Лепницкой, то по каскадам у Лизы программы посложнее и подороже, потому что у Лизы первый каскад запланированный 9,1 в базе, а у Юлии Лепницкой первый каскад запланированный 8,7. Посмотрим, конечно, что будет делать. Второй каскад у Лизы 2 тройных тулупа 8,2 по базе. Здесь у Юли запланирован двойной эксель тройной тулуп 7,4. И третий каскад 7,5 у Токтамышевой и 6,6 по базе у Лепницкой. Но одно дело заявить, а другое дело сделать. Хорошо. Отлично. Это на 6 баллов больше, нежели она получила на Skate America. На Skate America Лиза проиграла Лене Родионовой произвольную программу и сам турнир. Прогресс, рост, все это налицо у Токтамышевой. И теперь серьезное испытание.